Всем приветик, ребятки. Сегодня 21 мая. У нас сегодня... К нам сегодня приехали дети. Сноха и сынок. И сегодня у нас мяско. А что, это у вас уже горит, что ли? У вас уже... Вы жарите, что ли? А в баню пойдем, пошли. В баню тоже делают все в процессе. А что вы все, параллельно все? Как мне же сказали, так и делали. Так у нас и шашлык-то остынет. Шашлык сначала пойдет. А баня поддерживает температуру, будет 90 градусов. Все, 5-литровое ведро вышло? Нет, еще вон там есть из перышек. Что, не влазит, да, все это? Я тебе говорю, что по сути много получается. Сами решайте. Я много, значит. Если хотите, я заморожу. Завтра, по сути, уже будет все равно не такой шашлык. А вы хотите завтра еще пожарить? Если еще, можно завтра пожарить. Но сейчас поесть, завтра можно сделать тогда часть. Ну, завтра выйдет на решетку. Мы в прошлый раз сделали решетку и шпажки. Там еще ноль было, вроде. И мы почти все съели. Если вы считаете, что нам этого хватит. Можно два шампура просто добавить. Хотите, завтра приготовим. Ласточка сидит на проводах. Ну я тогда пойду овощи нарежу. Да? Да, сына? Сынок. Ладно, этого сегодня нам хватит. Завтра тогда с утра еще приготовим шашлык. Помочь? Я пойду овощи порежу. Тебе помочь? Да нет, что ты, тусуйся. Давай. Прекрасная погода. Смотрю, вон яблоня скоро зацветет. Да. Ветра бы не было еще. Нормально. Соседка сейчас приходила. Анжела, я просто в восторге от вашей ограды. Ой, что? Мы ходили с ней по газону. На восторге. Ну, все, что у вас там все аккуратно, говорит, кустики. А у меня там роза была закрыта. Она говорит, а что у тебя там? Я говорю, это от бури я закрыла розу. Он все скашивает. Какую розу? Ну, там роза высаженная около смородины. А, там еще вижу, где что. А что, здесь кто-то закидывал, спиливал? Это электрики, Саша, в том году спилили. Я хотела там порядок навести. Когда мы в Питер уехали. Хотела порядок навести, а я ни одно дерево не могу оттащить. Потом и распилили их. Надо, чтобы их отец распилил. Тут-то он тоже готовил место для забора. Тут тоже вот около дома черенку спилили все. Короче, мы сначала едим шашлык, потом моемся в бане. Тут, походу, так будет. Ну, все, значит, пошла. Баня просто поддерживать, надо будет 99 градусов. Ага, 99. Ад. Это ад. А, и где мы ее ловить будем? Она по прямой туда так и пойдет на даче. Нет, Саш, не надо. Она сейчас через 30 минут уже будет там. Эй, ты что, компромат снимаешь? Какие у нас собаки с ума сходят. Аж под штакетником пролезла. Вот настолько они любят нашу сноху Лену. А те там юлой ходят. Пахнет от нее Лена псиной, да? Нет. Нет? У-у. Мне кажется, от них так псиной воняет. Вот сейчас изо рта мальца пахнет. А в субботу газон скашивала. Сегодня все опять в траве. Сегодня у нас вторник. Все в траве. Видите, одуванчики как поперли. Супруг скашивает траву. Все в одуванчиках.